Люберецкий пожарно-спасательный гарнизон подвел итоги своей работы в уходящем году. О пожароопасной обстановке на территории района и соблюдении требований безопасности, о профилактических мерах и планах спасателей на будущий год в нашем следующем сюжете. За прошедший период 2016 года в Люберцах произошло 105 пожаров. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась. В 2015 было зафиксировано 90 возгораний. Но количество жертв значительно сократилось. В этом году в пламени огня погибли 4 человека. В прошлом году несчастных случаев было в 2 раза больше. Кроме того, положительных результатов удалось добиться в области ликвидации детской смертности. На поднадзорной территории за 2015 год в результате пожаров погибло 3 детей. В текущем году детской гибели на пожарах у нас нет. Сотрудники пожарного надзора на протяжении всего года проводили профилактические мероприятия. Совместно с управлением образованием в школах и детских садах периодически проходили уроки пожарной безопасности. Сейчас, накануне новогодних праздников, специалисты призывают соблюдать правила использования пиротехнических изделий. Нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах использовать пиротехническую продукцию в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения. Также запрещается использовать пиротехнические изделия и фейерверки, салюты на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, также любого функционального назначения. Кроме того, сотрудники пожарной безопасности напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании электронагревательных приборов, ведь большинство возгораний происходит именно из-за невнимательного отношения людей к собственной безопасности. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.